Всем привет-привет! И сегодня будут истории из моей жизни вместе с моей младшей сестрой и родителями. А мы начинаем. Это будут топ-10 самых смешных ситуаций, которые я помню. Мам, ну у вас с папой уже 5-я катка. Должна же быть наша уже очередь. Да, Катя, да как так можно? Не можешь родной матери уступить? Да мама, блин! Ладно, ладно, остановись. Это была всего лишь шутка. Спасибо, мам. Так, Поль, становись. Окей. Так, можно я возьму какой-то предмет? Да, Кать, конечно. Угадывай. А Катя, я знаю, кто ты. Ты нахлебник. Полечка, ты знаешь, кто это? Да, это кто печет хлеб. Понятненько. Это нам типа что, зачитывать, что она угадала? Ну все, Полиночка, проходи в садик. Мама, я не хочу. А почему ты не хочешь? Потому что девочка показала мне язык. А ты ей показала? Да, но она показала мне 2, а я ей 1. Ля-л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 я. Катя, что, завидуешь? У меня парень есть. Папочка, а что это у самолетика? Это турбины. А, дебилы! Мама, папа, знаете что? Я клубничка, мама апельсинка, Катя вишенка. А я кто? А ты козел! Мама, папа, знаете что? Бабушка Инна в нашей семье самая везучая. А почему, доченька? Потому что по знаку зодиака она человек, а я какой-то полукозел, полурыба. Папа, мама, смотрите, чему я научилась. Виски, кола, королев данпола. Виски, кола, королев данпола. Полечка, кто тебя этому научил? Ну, Катя. Катя! Ха-ха-ха, тебе будет больно. Ай, больно же! Мама, папа, они меня обижают! А на этом все. Это было топ-10 ситуаций, которые происходили со мной в жизни. А на этом все, зайчики. Всем пока-пока. Всем хорошего дня, утра или вечера.